Здравствуйте! В эфире национального телевидения «Чуваши» информационная программа «Республика». В студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Непитьевая вода. В Ядрине резко ухудшилось качество воды. Добрые инициативы. Как будут стимулировать волонтеров, обсудили в Доме правительства. «Студвесна – это ты». В Чувашском педуниверситете подвели итоги выступлений студенческого фестиваля. Некачественная питьевая вода стала течь из кранов жителей Ядрина. Паводковые воды попали в артезианские скважины, которые питают левобережную часть города. Эту ситуацию обсудили на заседании противоэпидемической комиссии. Сотрудники управления Роспотребнадзора провели исследования, которые показали несоответствие гигиеническим нормативам. На сегодняшний день ситуация по качеству воды остается на контроле управления Роспотребнадзора. Нами проводятся профилактические мероприятия по обеспечению населения города Ядрин доброкачественной питьевой водой. На водоводе Полянки Ядрин начали проводить обеззараживание резервуаров с водой. Две емкости на сегодняшний момент вроде идентифицированы, они заполнены уже водой. Как бы на сейчас вот буквально идет снятие проб, то есть пробы воды делают с этих костей. И я думаю, что результат будет соответствующий. Хороший. По сообщениям республиканского Минздрава, случаев отравления некачественной водой не зарегистрировано. В Ядрине организована дополнительная поставка бутилированной воды. Использовать водопроводную воду можно после кипячения и только в технических целях. Поддержку волонтеров обсудили сегодня в Доме правительства. О том, как планируют стимулировать тех, кто работает по зову сердца, Ольга Пырочкина. В последнее время в Чувашской республике бурно развивается поисковое движение. За последние два года поисковых отрядов стало в два раза больше. Это 32 поисковых отряда. Это до 1000 человек. За прошлый год проведены экспедиции в республику Крым, Севастополь, в Ленинградскую, Новгородскую, Мурманскую области. Найдено 86 останков бойцов. Поисковое движение, поддержка ветеранов, проведение массовых мероприятий и акций, уход за безнадзорными животными, пропаганда здорового образа жизни и просвещение населения в вопросах оказания первой помощи. В Чувашии волонтерское движение развивается в самых разных направлениях. Волонтеры-медики помогают нашим врачам в медсестрам в больницах, участвуют в оказании медицинской помощи на спортивных и массовых мероприятиях, что помогает будущим медикам уверенно чувствовать себя при любых экстренных ситуациях. Волонтеры идут, что называется, по зову сердца. Однако в год, который назван в нашей стране годом добровольца, правительство приняло решение развивать и систему стимулов. В Чувашской республике действует более 1600 добровольческих волонтерских объединений, которые насчитывают почти 47 тысяч добровольцев. Желание у людей есть. Мы, конечно, будем работать только над тем, чтобы их поддержать, стимулировать. В Чувашии внедрили так называемый стандарт поддержки волонтерства, который содержит в себе 9 пунктов – от правового сопровождения до финансовой помощи. В целях стимулирования деятельности добровольцев в Чувашской республике ежегодно проводятся различные конкурсы для предоставления субсидий и грантов социально ориентированным коммерческим организациям, добровольческим организациям. Пока в Доме правительства обсуждают меры поддержки, в организациях идет работа. Впереди горячая пора, 9 мая. И волонтеры снова будут провожать бессмертный полк, раздавать георгиевские ленточки и зажигать свечу памяти. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Проложить тротуар, провести сети водоснабжения, газифицировать улицу. С такими просьбами к главе республики сегодня обращались жители муниципалитетов. Михаил Игнатьев провел очередной прием граждан по личным вопросам. Какие ответы дал руководитель региона, знает Дмитрий Ковалев. От села Стрелецкое до города Ядрин рукой подать. И этот путь до районного центра многие жители стараются преодолевать пешком. Чтобы ходить вдоль проезжей части стало безопасно, необходимо проложить тротуары. Спортсмены у нас бегают, тоже бы неплохо по пешеходному тротуару, не по обочине бегать. То есть вот мы вас просим посодействовать нам в решении этой проблемы. Там же еще есть образовательные учреждения, да, школы? Да. Профессиональный лицей номер 25, детский сад «Золотой ключик», да? Да. Гимназия номер 1. Угу. И там, конечно,
по тротуару, это огромная сумма, почти 14,5 миллиона рублей. Если мы тротуар сделаем, освещение сделаем, люди теперь больше пешком должны ходить. Конечно. Следить за своим здоровьем. Да. Вы это обещаете? Конечно. Жителей Алатырского района волнует, насколько скоро будет отремонтирована местная больница. Вопрос главе региона приехала задать врач-акушер Татьяна Арсентьева. У нас несколько корпусов в больнице, и большая часть из них, конечно, нуждается в ремонте. Выделено около 18 миллионов рублей, вот поэтапно, пошагово. На следующий год будем тоже средства выделять. Но в течение, может быть, максимум 3 лет капитально полностью должен ремонтировать. Мы город Алатырь любим, я когда приезжаю на праздники, говорил об этом. Алатырь, соглашается Татьяна, город для жизни уютный. И девушке есть чем сравнить. В республику она переехала 2 года назад из Дальнего Востока. Ты чувствуешь себя как дома, в принципе, здесь сразу. То есть как бы сразу. Вот, если, например, я приехала сначала в Башкортостан, после учебы меня туда занесло, как бы я туда вышла замуж, скажем так, да. Ко мне сначала очень длительное время присматривались. Края хорошие очень. Особенно в Алатыре мне нравится то, что там много храмов, есть куда сходить. А жителям улицы Церковная, что в деревне Старые Урмары, для комфортной жизни сейчас не хватает газа. Голубое топливо, отмечает глава региона, возможно подвести уже до конца года. Сейчас сметная стоимость проходит экспертизу в центре ценообразования. Газопровод будет проведен, но к этому газопроводу не менее 50% потребителей уже нужно. В этом году будет решена и проблема деревни Итяково Мариинско-Посадского района. Местные жители обратились к главе с просьбой подвести к домам водопровод. Начать работы планируют в апреле. В бюджете уже заложено более 8 миллионов рублей. На личный прием к Михаилу Игнатьеву с этим вопросом делегировали Николая Васильева. Мужчина – местный активист, он увлекается спортом и радеет за будущее родной деревни. Глава региона отметил, что с таких людей необходимо брать пример. Тепле, курза, шагул-шагул, калашнижин, пите, сауна, мебер, сенбер. Все просьбы на личном приеме оформляются документально и направляются муниципальным властям. Их задача – не откладывать решение проблем в долгий ящик. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. 19 апреля в Крыму стартует 4-й Ялтинский международный экономический форум. Социально-экономическое развитие, актуальная повестка и современные вызовы, стоящие перед мировой экономикой. Дискуссии на эту тему ожидаются на форуме. В них примет участие и делегация Чувашской республики. Наша республика уже давно и тесно сотрудничает с Крымом. В феврале этого года на российском инвестиционном форуме в Сочи глава Чувашии Михаил Игнатьев утвердил план по реализации уже подписанного соглашения о сотрудничестве. А 3 года назад делегация нашей республики посетила города Симферополь и Севастополь. В обоих регионах Крымского федерального округа прошли презентации возможностей малого и среднего бизнеса республики. Чувашская делегация посетила и крупные предприятия Крыма. Если по итогам 2014 года у нас товарооборот составлял примерно порядка 80 миллионов рублей, то сегодня, по итогу вот 2017 года и прогноз на 2018 год мы уже ставим, это порядка 400 миллионов рублей. Ну, то есть вот порядка 5 раз мы увеличили отгрузку продукции чувашских производителей в адрес Республики Крым. Сейчас мы тоже едем для того, чтобы углубить наши интеграционные процессы, экономик наших, увеличить взаимодействие, увеличить товарооборот. Основная цель – это переговоры с бизнес-сообществом, переговоры с правительством Республики Крым для того, чтобы, еще раз говорю, увеличить экономические процессы между нами. Из Чувашии на полуостров сейчас поставляют электротехнику, стройматериалы, кондитерскую продукцию. Вот уже 4 года активно поставляется в Крым и профессионально кухонное оборудование, пароконвектоматы, электроплиты, линии раздачи питания, пищеварочные, электрокотлы. Всего около 40 наименований различной техники. В 2014 году мы переоснастили 102 школы, если не ошибаюсь, порядка 3 детских садов. Оборудование очень довольны, отзывы самые положительные. Кроме того, конечно, по уже проторенному пути мы начали переоснащать санатории, профилактории. Сотрудничество планируют продолжить. В этом году компания собирается переоснастить около 100 крымских школ. Юлия Важенина, Борис Андреев, Республика. Молодые профессионалы. На базе межрегионального центра компетенций проходят отборочные соревнования WorldSkills. На церемонии открытия побывала наша съемочная группа.
Юные и талантливые. Эти ребята – победители региональных чемпионатов по компетенциям электроника и лабораторный и химический анализ. 69 участников из 36 российских регионов поборются за звание лучших уже на всероссийском уровне. Готовился я по профессиональной программе, то есть все задания как бы прорабатывал. Мы программированием там занимаемся, разработкой печатной платы, проектированием печатной платы. Восстановление недостающих модулей, схемы и, собственно, пайка печатной платы сборки. Рассчитываю победить, неплохо оцениваю свой уровень. Отборочные соревнования проходят и среди юниоров. В этой категории нашу республику представляет десятиклассница Надежда Кузьмина из Новочебоксарска. Она участница компетенции лабораторный и химический анализ. Со своими преподавателями и с химико-механического техникума занимались. Это очень большая практика, очень большой опыт участия в таких соревнованиях. В дальнейшем помогает. Хочу связать свою жизнь с химией. За ходом испытаний будут внимательно следить эксперты. В Чебоксары приехали и менеджеры компетенций. Они отвечают за развитие направлений в России. Наши стандарты, они строятся на основе лучших международных практик. В общем-то, мы имеем возможность достаточно гибко изменять наши требования в соответствии с потребностью работодателя. И, наверное, на сегодняшний день является наиболее востребованным как в чемпионатном направлении, так и для контроля качества подготовки специалистов. Особую роль движения WorldSkills отметил и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Мы создали прекрасный центр по компетенциям. До конца недели. Самое интересное будет происходить на этих площадках. Все необходимое оборудование уже готово и ждет конкурсантов. Лучшие из них отправятся на национальный чемпионат, который пройдет в августе этого года. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Выпускники разных лет, учителя, родители и гости 6-й Чебоксарской школы собрались вместе в ДК имени Ухсая. Повод торжественный. Школа отмечает 80-летие. Кроме круглой даты, есть еще один повод для праздника. 6-я Чебоксарская школа в этом году получила имя Василия Ивановича Чапаева. За 80 лет школа подготовила 1000 учеников. Есть кем гордиться. Александр Рыбаков ушел на фронт из 10 класса. Прошел всю Великую Отечественную. В мирное время ветеран помогал создавать в школе музей, чтобы помнили. Ушли на фронт и ученики, и преподаватели, но не вернулись обратно. Вот сейчас, музей работает для того, чтобы молодежь памятные были, чтобы знали. Михаил Егоров – пограничник. Закончил школу в 1971 году. Учителя были очень высокой квалификации. Вот, и дружный, и класс наш был очень дружным. Я все 10 лет учился в родной 6-й школе, а затем поступил в пограничное училище Алматинское. То есть школа мне дала для жизнедеятельности очень много. Молодое поколение тоже радует учителей своими результатами. Я занимаюсь еще гимнастикой, поэтому, конечно, любила уроки физкультуры. После выпуска из школы мне удалось попасть на универсиаду, всемирно-летнюю универсиаду, которая проходила в Корее в 2015 году. Считаю, что определенная заслуга школы в этом тоже есть. На универсиаде я заняла 2 золота в командном первенстве, в вольных упражнениях и серебро в упражнениях на бревне. Я поздравляю свою школу с юбилеем. Желаю ей, чтобы она процветала, становилась еще лучше, чтобы из нее вышли очень хорошие ученики, чтобы у школы было очень много успехов и побед. Любовь и преданность можно
купить или даже получить бесплатно на ярмарке раздачи. Речь про собак. Центр передержки бездомных животных в очередной раз провел акцию по пристройству своих питомцев. Ольга Пырочкина подробнее. Это Робин. Ему 3 года, и он бездомный. Получается, что люди бросают своих собак. Ага. Так бы это печально не звучало. Но приют забирает всех. Сейчас у Робина и его братьев по несчастью. Каждый день есть еда и крыша над головой. Но это не заменит им дома и хозяина. Его зовут Ёжик. Почему Ёжик? Я не знаю сама. Недавно волонтером стала. Он очень спокойный, в принципе. Любит детей, в семью с детьми очень подходит. Чтобы у таких, как Робин и Ёжик, появился шанс стать домашними, Центр передержки безнадзорных животных проводит ярмарки раздачи. Здесь можно пообщаться с собаками, понаблюдать за их характером, поговорить с волонтером. Все пристраиваемые животные имеют ветеринарный паспорт и необходимые прививки. В этот раз взрослым псам не повезло. Они все возвращаются в приют. Но что касается щенков, то к тому моменту, как наша съемочная группа приехала, все клетки оказались пустыми. На последнего щенка оформляли документы, чтобы забрать домой. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Сергей Исаев, Республика. «Студвесна – это ты». Под таким девизом в этом году прошел фестиваль «Студенческая весна» в Чувашском педагогическом университете. Целый месяц будущие педагоги показывали свои программы, старались удивить и порадовать членов жюри и зрителей. Итоги «Студвесны» подвели вчера на гала-концерте. На гала-концерте только лучшие номера – песни, танцы, стемы. Студенты факультета художественного и музыкального образования порадовали зрителей своими лирическими композициями. В этом году они снова стали лучшими в номинации «Народный вокал» ансамбли. Лучший народный танец поставили студенты факультета дошкольной и коррекционной педагогики. А самой запоминающейся оказалась лезгинка в исполнении туркменских студентов. Ни разу. Честно расскажу, один раз. Мы по вечерам только готовились. По вечерам, вот после учебы. Учеба – это же важно. Костюм висели наши студенты, девчонки, наши туркменки. Спасибо им. Вообще, за всю студвесну, по признаниям самих студентов, было изготовлено более 500 костюмов. Потрачено 680 километров скотча, 8 тонн картона. При всем при этом выпито почти 10 тысяч литров кофе. А Елене Мирошниченко ради фестиваля пришлось съесть несколько десятков тортов. Это чревоугодие. Я очень люблю кушать. Ем всегда. Я съела очень много тортов во время репетиции. И пока выступали, я прям потолстела на 10 килограмм. Кстати, за свои 7 грехов театр модтехнолога экономического факультета получил 2-е место. А лучшим в этой номинации, как, впрочем, на протяжении многих лет, был и остался художественно-музыкальный факультет. Мы инь-янь, и я белая сторона, она черная сторона. Жарко, но это стоит того. Ради создания костюма порой приходится отказываться от таких важных вещей, как сон, потому что помимо театра мод в студвесне есть разные номера. Танцы, вокальные номера, стомп и все остальное. Это нужно ставить, репетировать, на это нужно много времени. Поэтому приходится шить по ночам, когда все репетиции закончены, и ты приходишь домой, и сонный, протыкаешь себе пальцы иголкой. Штучка вот эта посередине на лбу не отлепляется? Нет, я так живу, и меня мама с этим родила просто, понимаете, сразу, как знала в театр мод. По этой штуке только в театр мод меня и брали. Вообще, в этом году организаторы и члены жюри отметили почти всех участников фестиваля. Студвесна этим и отличается, что всегда, каждый год появляются новые студенты. Новый студент ведь приходит учиться, поэтому новые звездочки и появляются. Многие факультеты выстрелены. У нас даже как бы итоги в этом году такие, что большое количество факультетов награждается, они в призерах. И мы приняли решение увеличить, то есть мы до 5-го места награждаем не первую тройку, а 5 мест. И еще там места сдублированы, поэтому основная часть факультетов у нас награждены. Но главную статуэтку и звание «Победитель студенческой весны 2018» в этом году забрали... Чувашского государственного педагогического университета 1-е место! Лучшие номера можно будет еще раз увидеть на республиканском фестивале «Студенческая весна 2018». Галина Титарчук, Александр Петров, Республика.
Как оторвать детей от гаджетов и выманить их на прогулку? Свой вариант ответа на эти вопросы предлагает детский медиа-центр «Куча Мала». Юные журналисты провели необычные соревнования по запуску корабликов. На старт! Внимание! Марш! Идея стара как мир, но при этом очень необычна для города. 20 экипажей вышли на старт, чтобы выяснить, чей кораблик самый быстрый. Позади несколько дней подготовки. Родители штудировали интернет в поисках идеальной формы парусов, а дети искали пассажиров среди игрушек. У каждого корабля своя история и, конечно, название. Мне дедушка сделал два корабля. Один маленький, а один большой. У большого корабля название, как у мое имя, а у маленького никакого. Нам папа принес печеньки в этой коробке. Мы подумали, это отличный материал, чтобы сделать кораблик. Сначала заплыв бумажных кораблей, потом пенопластовых и пластиковых. И вот лидеры этапов готовы сразиться в финале. Внимание! Именно так выглядит самый быстрый кораблик для Ручика и главный победитель соревнований. У него большие паруса, он поймал ветер и поэтому оказался первым. Я думаю, папе тоже хотелось запустить кораблик, но он пришел без сапог. Все корабли прошли испытания не только на скорость, но и на прочность. Ребята превратились в пиратов и стали топить корабли соперников шишками и снегом. Вот так в Чебоксарах появился еще один яркий праздник. Объявляю благодарность участникам соревнований и поздравляю их с днем открытия навигации. Ура! Ура! Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я с вами не прощаюсь. В 20:00 встретимся в эфире в программе «Правовое поле». Оставайтесь с нами.